ехали, ехали и приехали. Зеленая машина посередине стояла, ее хотели объехать, вот и врезались. Нет, она как... Она Валя, переградила дорогу, там машина. Я вкратце. Ну вот она как бы в левой полосе стояла, вот только посреди перекрестка. Я ехал на зеленый оттуда вот, с Пятницкого. На Волге. На Волге. На Волге. Ага. А он поворачивал, его ослепило этот, посреди перекрестка стоит, кто ему вообще этот решил? И короче, когда мы врезались, она уже свалила сразу. А что за машина? Миномарк какая-то. То ли такая маленькая, то ли Матиз, или что. Ну, понятно, ну пострадавшие, как я вижу, да, вы. Да. Да. Меня спрашивают, я в шоке. Я поворачивал налево, она мне слепила фары. То есть, когда я начал уже поворачивать, так, я из нее поворачивал, и Волги не было. Как случилась авария, та машина скрылась. Неизвестно, куда.